У нас следующий год для Иркутска юбилейный. И большой план мероприятий. Их по разделам можно разделить. Мы понимаем, что дороги у нас составляют желать лучшего в Иркутске. Как бы там мы ни говорили, что мы ведем строительство, я заинтересован, чтобы город Иркутск стал столицей Восточной Сибири. Готов дальше руководить, сопровождать и финансировать все эти проекты, которые мы запланируем в рамках Дня города.